меч ведь был сломан. Его починили. Я же сказал, что подарю тебе новый. Вы сказали, что подарите мне сотню мечей. Правда? Тогда верни мне этот. Нет, не нужно. Я не жадная. Мне нужен только один. Этого хватит. Раз у тебя меч Цингуан, идем. Куда мы идем? Разве ты забыла? Я говорил тебе. Отныне ты глава пурпурного бюро и яшмовой палаты. Так что можешь сейчас же вернуться со мной во дворец. В чем дело? Не хочешь вернуться? Государь, вы больше не верите тете? Как ты считаешь? Тогда почему верите ее племяннице? Мне. Ты не такая, как она. Я не доверяю Чинси, но Хуэджи рядом со мной. Хуэджи тоже не таков, как Чинси. Пусть вы родня, и отношусь к вам по-разному. Но ведь на меня нельзя положиться. Я пришла во дворец, чтобы служить в пурпурном бюро. Не потому, что хотела этого, а потому, что тетя там служит. Я тренировалась с мечом, чтобы стать мечницей. Тоже не потому, что мне нравится, а потому, что так хотела тетя. Я рядом с вами, потому что тетя сказала мне защищать вас. Я все сделала ради тети. Если бы тетя сказала бороться с вами, я... То есть... Ты бы обратила свой меч против меня? Я не знаю. Может, да. Может, нет. Потому мне нельзя доверять. Государь, попросите об этом другого.